Вселенная бесконечна действительно, значит есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, копии меня пишут копии песни этой. Если Вселенная бесконечна и правда, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там, в глубине далеких галактик, то есть не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, и Вселенная действительно. Бесконечная! Если обдумать подробнее эту гипотезу, посерьезнее впариться в ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, где-то там на задворках созвездия есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо. И мы там, может быть, даже счастливы, то есть, опять же, не мы, а не к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать сейчас я! Ох, одинокий ребенок, брошенный всеми в пустом магазине игрушек. Бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослым не нужен. Он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол. Но он все еще ищет детали для пазлов, все еще ходит по кругу. А есть, наверное, поудачнее расклад, без лишней жести, которая нам досталась. А все случилось не вопреки всему, а как надо, так как тут никогда не случалось. То попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими. Если играть в то, что нами с тобой прожито, не наскучит малышу в магазине брошенному. Но я надеюсь, это позже случится гораздо, я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно, еще сильнее я в тебя. Одинокий ребенок, брошенный всеми в пустом магазине игрушек. Бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослый не нужен. Он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол. Но он все еще ищет детали для пазлов, все еще ходит по кругу. Бог одинокий ребенок, брошенный всеми в пустом магазине игрушек. Бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослый не нужен. Он собрал уже тысячи инструкторов разных, он распечатал все пукол. Но он все еще ищет детали для пазлов, все еще ко.